Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости на канале InstaForex TV. С вами я, Екатерина Стихина. Все внимание участников рынка приковано к итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, что и оказывает поддержку американским активам. Стоит обратить внимание на движение нефтяных котировок. Североамериканский эталон торгуется сегодня по $47.94 за баррель. Аналитики отмечают одну из главных причин снижения цен на черное золото. После вчерашнего снижения нефтяных цен, вызванного данным о росте добычи в Ливии и США, рынок находится в ожидании отчета Министерства энергетики США. Если подтвердится факт сокращения запасов сырой нефти и нефтепродуктов, то стоимость марки Brent может подняться до $50.5 за баррель. Пока участники рынка ожидают официальные данные по запасам сырья в США, нефтетрейдеры анализируют опубликованный отчет от API. Согласно данным Американского института нефти, за неделю запасы черного золота сократились на 4 миллиона 158 тысяч баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение на 2 миллиона 300 тысяч бочек сырой нефти. Стоит отметить, что поддержкой для цен на нефть является предстоящее заседание ОПЕ, которое состоится 25 мая. Инвесторы ожидают продления договора ОПЕК+. Вы смотрели новости на канале InstaForex TV. С вами была я, Екатерина Стихина. Желаем вам прибыльных торгов вместе с InstaForex.